Всем привет! И сегодня поговорим о том, как рисовать резинку, или ее еще называют рибаной, либо правильно ластик. Это когда у вас изделие обработано по краю резиночкой и нужно ее изобразить. Ну, первый самый банальный способ, который может прийти в голову, это просто взять и нарисовать отдельно эти линии. Как вы понимаете, делать это достаточно долго, сложно, нудно и неинтересно. Как это сделать более быстро и более профессионально? Сделать заливку. Давайте покажу, как это делается. Вы берете, рисуете линию. Я, как правило, делаю ее более тонкую, потому что это будет внутренняя часть, и она не должна сильно выделяться. Копирую эту линию два раза. И последнюю линию делаю бесцветным. То есть, что у меня получится? От этого до этого мне программа сделает заливку. После этого я все вместе выделяю и перетаскиваю в панель образцы. Все, у меня создалась заливка в виде вот такого вот риба. Теперь, здесь очень важно, что вам нужно создать копию объекта. Вот она у меня сверху, копия есть. И на этот объект я применяю заливку. Получилась имитация рибаны. Очень быстро, очень просто, и это базовый метод, который позволяет создать имитацию риба. Резинка может быть разная, она может быть вот такой вот равномерной, как я ее сделала. Вы ее можете повернуть, отмасштабировать, это уже по желанию. Например, вот так. Ну, то есть, если она нужна, крупнее или мельче. Или она может быть неравномерная, тогда вот эту бесцветную палочку мы можем отодвинуть подальше, и получится имитация, ну, скажем, риба 2-2. Видите, как она получилась? Вот. То есть, очень простой метод. Таким способом имитируется переплетение. Что здесь в особенностях? У вас там внутри должен быть еще один объект. Потому что если вы будете заливать цветом, чтобы резинка осталась. Надеюсь, это понятно.